твою мать, да иди ты жопу, сука! Ты чё, э? Камеры делились на одиночные и общие. Одиночные должны иметь длину 3,55 метра, ширину 3,2,13 метра и высоту 3,5 метра. Число мест в общих камерах определялось кубическим содержанием воздуха на 3,5 куба. Сажени воздуха позволяли содержать двоих заключенных. 4,7 троих, 5,4 пятерых. По плану одиночных камер 8 по 4 в каждом отделении. Чистота воздуха в камерах достигалась сжиганием можжевельника. Твою мать, ребята. Это что? Это нафиг что такое было сейчас? Сука. Где мои средства самообороны, нафиг? И вы это слышали вообще? Ё-мать. Шаги слышу. Отвечаю. Пипец, ребята, нахуй. Это просто лютая жесть. Даже слова не вяжутся. Это жесть лютая просто. Я тут охренею. С ума сойду, нахрен, точно. Да ну, типа в жопу, блин. Я не знаю, ребята, это на камере слышно будет, не слышно на той, которую писал. Это вот камера, она не писала.
твою мать. Что-то вообще, вот походу поезд, что ли, я... Пишу против камеры. И хорошо. Блин. Ё-моё, грязный весь. Что за шаги? Я фиг его знает, сколько сейчас времени. Я часок, я пролежал часок, и чё. Зато отдохну, конечно. Но это, блин, жесть. Я кто здесь есть? Кто здесь? Так вот она выглядит снаружи. Очень даже страшненько. Вернее, сейчас я камеру здесь оставлю. На штатив поставлю. И пойду в подвал. Он здесь тоже имеется. Вы уже могли видеть веревочки какие-то, не знаю, что это за веревочки. Так, как ставить камеру вот на эту, в эту сторону, или в какую, не знаю. Ставил вот так камеру, чтобы в угол, чтобы было все видно. Пускай здесь, я не знаю, стоит, а я пойду сейчас в подвал. Выход. В смысле? Нахер, блин, ты чё, Слышь, хорош, прикалываться нахер. Чё это сейчас было такое, блин? Сквозняк вроде, ветра нет. Что за хрень? Да не. Да ну нахрен. Чё? Да не, херня. Да в смысле дверь? Прикол, блин. Не, ну она, конечно... Легко ходит, я... Да, ветер дует. Ветер дует. Сквозняк, скорее всего. Блин, ну скорее всего сквозняк. Ну хрен его знает. Пойду-ка я в подвал. Бутылки всякие валяются. Что там такое? Не вижу. Камень. Тихо. 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 Вы слышите? Скрежет. Какой-то скрежет был. Что такое?
Эй, есть здесь кто? Тут стрёмно, блин. Тихо, вы это слышали нахрен сейчас? Что это было? Либо ветер завывает, либо я не знаю. Страшно, да ну нахрен вас, вы чё, блин? Кто здесь, блин? Звуки какие-то, завывания. Звуки вечно. Вот здесь уже стрёмные. Пошёл. Да ё-моё. Что за хрень, блин? Ну нахрен, блин. Стрёмно, блин. Звуки. А вот там фонарь какой-то вижу. Вдалеке. На улице. Очень странно он появился и пропал. В окне в дальнем.
люди какие-то. Так, ладно, я тут камеру сейчас поставлю. Ночного видения, наверное, поставлю, я не знаю. Так. Слышали? Хрена себе! Еще раз. Если здесь кто-нибудь есть, отзовись. Твою мать, да иди ты жопу, сука! Окна целые. Здесь вот кухонная утварь. Ну так, пока у меня просто страх. Стрёмно. Ё-моё. А, блядь! Сука, иди на. Твою налево. На я. Вы угораете на. А, блядь. Нахер, падла, блядь. О, блин. Не, ну нормально, чё. Такой вот электромагнитный измеритель я приобрел. Он измеряет электромагнитное поле. Thank you.
что за нахер было сейчас? Да что за нахер сейчас? Камера записала, она вроде пишет. Что-то мне уже нахрен конкретно стрёмно здесь находиться. Как там, получше видно или фигово? Ну, то есть, лагает, наверное, да? Я почти ничего не вижу. Здорово, бэдбой. Капец. Какой тут... Я тут просто, чтобы, блин, это, сделать стрим. Что со связью? Фигово, да? Вот, слышно меня? Хотел постримить, короче. Вот вам нате. Слушайте, пока связь ловит. Пока связь ловит. В Италии, да, наверное, блин, жил. Там вообще капец, наверное. Ай, блин. Вообще жесть какая-то. Иди нахуй, сука! Иди нахуй, сука!
дверь. Чёрт твою. Стрим веселый обещает быть, короче. Уже в начале на. Нет, оно было что-то тут какие-то, пока я убирался. Но я убирался, шумел. Блин, и ребята, извините за мат нахрен. Я сейчас... Я просто... Я просто сейчас сильно перестарался. Сильно очень. Здесь, я помню, стоял шкаф здоровый. Там внутри что-то лежало. Там полно тумбочек было. Щитки остались еще. Пока еще не разобрали все нафиг. Да уж. Блин, капец, я сейчас скрою. Эй, алло. Ты чё здесь накишься? Что было? Что за херня, бля? Что с дверьми нафиг? Что происходит? Тут реально что-то не то.
там какие-то звуки. Что-то поменялось. Звуки здесь какие-то были. Рядом с тем местом, где дверь открывалась сама по себе. Интересно, что же издало такой звук? Для того, чтобы понять, нужно сначала разобраться, что это был за звук. Тихо. Как мне показалось, как будто что-то кто-то подвинул. Многие могут сказать, что это снова была та дверь, и я бы, наверное, согласился, но есть одно «но». Посмотрите, пожалуйста, на расположение скамейки или стула, как хотите называть. А что, если я вам скажу, что она стояла совершенно в другом положении? Тут прекрасно видно, что правая сторона скамейки ближе к столу. А на этих кадрах ближе к столу уже левая сторона. В общем, ребята, что-то тут неладное. Я оттуда опять звуки слышал сейчас. Подумал, может, человек, может, сошел кто-то. Нет, ничего. Отец! Ну ты видел? Видел? Спал я. Я отсюда свалю. Если хотите, давайте, блин, 5000 лайков, я сюда вернусь и расставлю здесь камеры на всю ночь. Потому что здесь охрана еще, и смотрите, что-то происходит, блин, это пипец. Я пересрался уже все. Я свет вырубаю, потому что...